Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будут вот такие предохранители МК Строма. Как я понимаю, это фирма, наверное, такая была, может и сейчас есть. Но в интернете я что-то практически не нашел по ним информации. Тип MP14, 40 ампер. Класс GF, BDS, ну и вот это, насколько я понимаю, год выпуска. Возможно, я ошибаюсь. Но одно я знаю точно, что тут содержится серебро самой высокой пробы, 999. Сейчас я покажу вам, как ее оттуда извлечь. Также мы взвесим. Давайте приступим. Я беру обычные пассатижи. Вот так по кругу чашек, слегка нажимая, прохожусь, чтобы лопнула керамика внутри. После этого мы снимаем одну чашку. Также ту же процедуру проделываем со второй чашкой. Тут песок. Вот две чашки. Они латунные. Пойдут в латунь. Корпус керамический, внутри находится полоска из серебра самой высокой пробы. Вот она так выглядит. Тут еще, кстати, еще одни латунные чашечки. А вот эта вот полоска из чистого серебра. И стоит такая сейчас практически, ну, примерно 55-60 рублей за грамм. Кстати, тут еще проволочка вот такая проходит. Я ее прожигал, вроде белая. Утверждать не буду, из какого она металла, но выкидывать не собираюсь, отложу в сторонку, потом как-нибудь ее взвешу. Не взвешу, а узнаю, из чего она состоит. Итак, давайте взвесим сейчас эту одну полоску. Получается 0,48 грамма. Итого примерно две полоски с двух предохранителей дают нам в итоге 1 грамм. Почти 1 грамм. Или в рублях это будет 55 как минимум рублей за две полоски с двух вот таких предохранителей. Я считаю, выход неплохой, тем более качество серебра на самом высоком уровне. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.